Добрый день. Сегодня в ремонте легендарная модель LG 389. Это с нижней морозильной камерой. Полный No Frost. Сейчас вам покажу шильдик. То есть какая проблема? Привезли данный холодильник на ремонт. Сейчас вы увидите, как его ремонтировали год назад. То есть при включении мы видим в самотесте TEN 1,1 ампер. Тен отключился и запустился у нас компрессор. То есть ток 0,8-0,9 ампера, идет снижение. Ну, как мы видим, здесь вот капиллярку диаметром, внутренним диаметром 0,8 мм, 2 метра длиной. То есть даже не накручивали ее на всас. То есть здесь в морозилке мы видим кусок полметра, и дальше она идет у нас через дренаж. То есть такого формата ремонт. Спустя год у него сгнил контур обогрева дверей. То есть вот я прессовал непосредственно контур. Как мы видим, давление просто летит на глазах. То есть падает очень сильно. То есть при замене капиллярки необходимо менять и всасывающую трубу с испарителя, чтобы сохранить контур обогрева дверей. Здесь в данной ситуации это не проделали.